Здорово, народ, с вами Фуарри. Сегодня я решил составить топ лучших Хоккаге, чисто по своему мнению. Заранее предупреждаю, что мнение автора может не совпадать с мнением зрителя. И самое главное, поставив лайк этому видео, вы мотивируете автора на создание новых роликов. А я в свою очередь начинаю. Поехали! Седьмое место занимает Данзо Шимура. Этот персонаж хоть и на короткое время, но все же он смог стать Хоккаге. Однако до того момента, что Данзо был Хоккаге, что не был, от этого деревня лучше не стало. Простой народ продолжал страдать, новые войны появлялись благодаря хитрым манипуляциям Данзо. И пускай некоторые индивидуумы утверждают, что Данзо был патриотом, любил свою страну, но как по мне, он просто хотел власть и хотел превзойти своего друга детства в Сарутоби. Однако дайте убийце оружие, и он скажет, что это для самозащиты, и вы ему поверите, то вы наивный глупец. И я скажу, что Данзо Шимура — это был самый худший Хоккаге, которого я мог видеть. Ладно, не хочу тратить время на этого говноеда, а мы идем дальше. Шестое место занимает Сарутоби Хирузен, или третий Хоккаге. Как по мне, это полная противоположность Данзо Шимура. Как говорил сам Данзо: «Сарутоби, ты листья на дереве, которое обласкано светом, а я корни». Нет, ты просто Данзо, пидор. Ладно, самая главная проблема Сарутоби в том, что он очень добрый, мягкотелый. Ё-моё, когда Данзо совершил на тебя покушение и открыто хотел тебя убить, ты спустил все на тормоза. И как бы подумал: «Но он же мой лучший друг детства». Однако, несмотря на свой мягкий характер, я очень сильно удивился, как Сарутоби сражался против первого и второго Хоккаге, особенно на последней войне Шиноби, когда он показал, что владеет пятью стихиями. Несмотря на то, что Данзо, который был патриотом и любил свою страну, сбежал в свои катакомбы, когда пришел Пейн. Но это ли не крыса? А Сарутоби молодец, и респект ему. И все же, благодаря своему мягкому характеру, он занимает лишь шестое место. А мы идем дальше. Пятое место занимает Хатаки Какаши. Это, наверное, единственный случай, когда персонаж не хотел стать Хоккаге, но он им стал. И время выдалось очень удачное, никаких войн, хотя, конечно, были, но все же не такие значительные, как раньше. И я думаю, что это очень разумная кандидатура на пост Хоккаге, а самое главное то, что он смог осуществить мечту Обито, и это очень символично. А самое забавное то, что Какаши достались глаза Обито и мечта стать Хоккаге. Да, бедный Обито. Ну, я думаю, здесь говорить много и не нужно, а мы переходим к четвертому месту. Четвертое место занимает принцесса Цунада, или пятый Хоккаге. О, это горячий милф, и не сразу далось правление деревни. Нам на протяжении всего Шипудна показывали, как из-за алкоголички она стала очень хорошим Хоккаге. Да и спасибо Шизуне и Тонтону за то, что поддерживали ее в тяжелое время. И, конечно же, бутылки саке. Все-таки она смогла отбросить свои личные проблемы и свалить на себя тяжелую ношу во время своего правления. Даже после своего правления она помогала деревне, когда напал Танери у Цуцуки, и благодаря этому она занимает почетное четвертое место. А мы идем дальше. Достойное упоминание – это именно те персонажи, которые по определенным причинам не попали в топ. Но именно о них я должен упомянуть в первую очередь. Это Мадара Учиха, один из основателей Скрытого Листа, человек, который желал лучшего для своей деревни, но, к сожалению, у него не получилось стать Хоккаге. Извращенный отшельник Джирайя. В свое время ему предлагали стать Хоккаге, но он, к сожалению, отказался от подобной идеи. Обито Учиха – персонаж, который явно напоминает нам Наруто Узумаки. Правда, он не смог осуществить свою мечту, но благодаря Какаши частично она была выполнена. Саски Учиха – один из претендентов на пост Хоккаге, но почему-то он отказался от данной затеи и уступил ее Наруто Узумаки. Наверное, в будущем я надеюсь, что кто-то из Учиха обязательно станет Хоккаге. Может быть, это будет Сарада? Кто знает, поживем и увидим. А мы переходим к третьему месту. Третье место занимает Табирама Сенджу, или второй Хоккаге. Наверное, это самый неоднозначный персонаж Наруто. У каждого человека он вызывает разные эмоции. Кто-то им восхищается, кто-то ненавидит. Я же в свое время относился к нему немного негативно. Ибо если вспомнить все эти конфликты с Учиха, особенно меня выбешивал его надменный характер. Мол, я создал много техник, я самый крутой. Но все же теперь я изменил мнение о нем в лучшую сторону. Ибо если вспомнить те времена, когда страна только строилась, а решение нужно было принимать очень быстро и нельзя было медлить, Табирама все-таки смог сохранить шаткий мир между кланом Учиха и Сенджу. Не то что Хирузен и Данзо, из-за которых клана Учиха почти не осталось. Но я бы посмотрел бы филлер, где Табирама издевается над кланом Учиха. Ладно, мы переходим к второму месту.
Второе место занимает 4-й Хокаге Минато Намикадзе. Как ни крути, а этот персонаж во всем идеален, и Хокаге из него получился отличный. Я бы даже отметил, что во время его правления никаких сильных инцидентов не было. Вот только если бы не было бы инцидента нападения Кьюби на деревню, он бы смог бы наладить отношения с кланом Учиха и смог бы принести мир в деревню. Но, к сожалению, этому случиться не было дано. И Минато Намикадзе по праву занимает 2-е место, а мы переходим к 1-му месту. И прежде чем перейти к 1-му месту, я бы хотел бы напомнить, что вы можете поддержать мой проект материально, абсолютно любой суммой. Все ссылки на кошельки будут в описании. Благодаря собранным деньгам от зрителей я смогу улучшить свой контент на новый уровень, купить наконец нормальную камеру, собрать нормальное железо в компьютере или сделать свой сайт, на который я смогу заливать нормальные обзоры, не боясь, что мои видео заблокируют на YouTube. Разумеется, я прошу деньги не просто так, я буду делать эксклюзивные видео. В этот раз я собираюсь сделать топ лучших хентайных манг по Наруто. В зависимости от суммы, которая наберется, видео будет такой же продолжительности. Конечно, все делается по желанию, и некоторые из вас уже начали поддерживать проект, чему я сильно рад. Надеюсь, вы не останетесь в стороне. А мы переходим к 1-му месту. Итак, 1-е место занимает сразу 2 персонажа – Хаширама Сенджу и Наруто Узумаки. Если говорить о первом, то он является основателем Конохи, а также тем человеком, который разделил Биджу между странами. Позже он создал совет, на котором собираются разные каги и обсуждает, будет ли мир или будет война. В общем, он сделал огромный вклад в деревню. И даже его друг детства Мадара, который пытался напасть на деревню, сделал так, что смог остановить своего лучшего друга, потому что Хаширама готов был сделать все ради своей деревни. А говоря уже о Наруто Узумаки, то думаю, тут без комментариев, ибо уже невооруженным глазом видно, как Наруто сильно похож на Хашираму своим поведением и характером. Однако были причины, которые мне явно не понравились поведение Наруто. Это, конечно же, поведение его в манге Наруто Гайден. Ну как можно идти на задание без охраны? Я, конечно, понимаю логику Шикамару, ведь если наш президент будет ходить в городе без охраны, но ничего страшного, он же мастер дзюдо. Также и Наруто, у него есть биджи, и он обладает множеством техник, да. Но все же забудем эти глупости, ведь это только начало. Как говорится, первый блин всегда комом, а Наруто тот пацанчик, который шел к успеху. И я думаю, пора заканчивать на этом видео. И вот, если это видео наберет 2000 лайков, то я запилю новый топ, посвященный лучшим фильмам по Наруто. Да, будет топ 11 лучших фильмов, но только когда видео наберет 2000 лайков на YouTube. Да, к сожалению, вы не можете видеть лайки, зато я могу. Так что, если вы хотите, чтобы я быстрее выпустил это видео, не забывайте ставить лайки, вступать в мою группу ВКонтакте и делиться этим видео в соцсетях. Ну а с вами был Фуар, пока!